Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен снятию необрастающей краски с катера Regal 2550. Одна из основных особенностей работы на данном катере, это связано с тем, что катер очень тяжелый. То есть вес катера порядка 2,2-2,3 тонны. Катер сделанный, ну Regal вообще в принципе катера очень тяжелые изначально. Вот, поэтому решено было в конечном итоге проводить ремонтные работы по катеру в два этапа. То есть, ну не как бы не в два этапа, на самом деле этапов больше. То есть сначала там что-то делалось сверху, сейчас в данный момент работы ведутся снизу. Ну вот как вы видите, сейчас вот где-то до сюда уже, ну практически осталось 3 метра, корпуса не очищены от необрастающей краски. Ну и мелкие островки, которые в принципе доводится, будет доводиться руками. То есть основная работа в принципе сделана. То есть сейчас вот будет перестановка небольшая катера на прицепе. То есть ну, на подъемном механизме. Для того, чтобы производить данные работы, мы всегда катер поднимаем. То есть отрываем его от прицепа. Для того, чтобы обеспечить нормальные, в принципе, нормальные возможности по работе. То есть потому что во всех остальных вариантах ну, это практически невозможно. Ну, вот сейчас вот нос катера, носовая часть, вот половина катера, где-то вот, говорю, вот до... ну, практически на это, большая половина его длины уже готова в данный момент. Для чего? И, собственно, этот, как его называют, сейчас это вот будет сделано, дальнейшая работа по данному катеру будет вестись следующим образом. То есть сейчас будет произведена реставрация гель-коута на катере. В процессе снятия выплыли небольшие косячки, то есть, в принципе, ну как небольшие, то есть, есть потертости по килю, есть потертости по скулам, есть, нашли одну трещинку, там сантиметров 10 на одном ребре, видимо, был удар и пошла трещина по гель-коуту, то есть, придется ее вскрывать и, соответственно, делать. Потом дальше было найдено, что рым основной, ну вот который этот, как его называется, носовой рым, уже на катере менялся, то есть его переставляли чуть дальше, потому что, видимо, здесь был удар или повреждение какое-то, но следов таких глобальных ударов мы не нашли, но, по крайней мере, отреставрировано это достаточно неграмотно, и это мы узел тоже переделаем. То есть здесь, поскольку покраска будет вестись вот по эту скулу, то есть, ну, дальнейший... В следующем ролике я уже покажу вам о том, как катер будет загрунтован. Ну, не загрунтован, точнее, отреставрирован под покраску необрастайкой. Такие видео я снимаю и выкладываю в интернет постоянно по работам на катере, потому что это очень важный аспект, и он необходим, во-первых, владельцу катера, то есть он имеет понятие о том, что и как делается с его лодкой, и было сделано с его лодкой. А во-вторых, катера меняют своих владельцев, катера меняют своих хозяев. И крайне важно показать непосредственно, чтобы новый владелец лодки получил полное представление о том, что было с судном, которое он покупает. Такие вещи делают очень немного мастерских, очень немного народу, которые делают подобные, ну вот вообще в принципе выкладывают и предоставляют владельцам подобные ролики. Вот. По крайней мере, мне такое не встречалось. Этот, как его называется, на просторах интернета. То есть в обычном варианте вот лодка, вот ее пригнали, вот она такая вся грязная, обросшая, либо она в старой краске. И в следующий ролик, что вот она уже вся вот чистая, готовая, нарядная. А что было в предыдущем, а что были, какие ремонты производились, то есть непонятно. То есть, это очень важный момент, то есть это должно быть всегда прозрачно. То есть при покупке лодки обязательно покрытой необрастайкой. Очень желательно отослать владельца, нового покупателя, сказать, вот тебя интересует, что у меня было с лодкой, на, посмотри вот ролик. У меня под днищем все хорошо, все проблемы, которые были, они все решены. То есть, в принципе, мы так делаем всегда, и из этот катер не исключение. То есть, вот сейчас, в данный момент, снята необрастающая краска. Сейчас я сниму еще, наверное, 1-2 ролика. Объясню причины, в них объясню причины, зачем снимать необрастающую краску до гель-коута. Ну, вот. И в каких случаях это необходимо делать. Так что можете там дальше смотреть следующие ролики, будет продолжение. А данный вот именно как раз по Regal. То есть потом дальше. Изначально катер был покрашен
ну, не обрастающий краской, вообще разный совершенно. То есть тут был достаточно такой серьезный колхоз, который, работа с которым заняла очень много времени. Вот. И самый этот, как его называется, самый такой вот непонятный момент, то есть было покрашено где-то вот так. Вот. Вот она уходила вот сюда, не обрастающая краска. То есть при этом вот эта вот часть находилась также в воде, потому что здесь были следы. Ну вот сейчас это, видите, поверхность, она уже, ну вот, это уже все зашлифовано, подготовлено, в принципе, к отмывке. То есть сейчас следующий этап будет, это катер будет корпус промываться. Малейшие какие-то островки, которые необходимо будет дошлифовать, они дошлифуются. Потом катер вымывается, очищается, производится его дотошный и доскональный анализ корпуса. Выявляются все косяки, там, скольчики, там еще какие-то моменты, которые будут реставрированы, соответственно, топ-коутом, гель-коутом. Вот. И после этого будет загрунтовано грунтом Примакорм и покрашено краской Трилюкс 33 синего цвета. Вот. Ну, ролики будут все в продолжении данного ремонта, будет, соответственно, в сети. Поэтому как бы вы можете здесь прекрасным образом посмотреть, что и как делается. Ну и делаться он будет в два этапа. То есть первый этап — это вот докуда сейчас сделаю, то есть первый этап будет проведенных работ вот до этого места на катере. То есть, потому что, говорю еще раз, катер тяжелый, и полностью вывешивать его, допустим, работать как с легкими катерами, когда он вывешивается весь целиком, достаточно опасно. Поэтому здесь, говорю, принято решение, что делаться будет два этапа. То есть сначала будет отремонтирована полностью вся, ну вот, первая половина катера, потом она будет, соответственно, подопущена немного, но не до конца. Будет стоять на ложементе. Ну, может быть, тоже не частично стоять на ложементе, ну, вот на роликах. И соответствующим образом будет чуть более поднята задранная кормовая часть, и она будет уже отшлифовываться из ямы. То есть яма будет открыта, и будет уже вести шлифовка из нее. Здесь достаточно позволило, возможность позволила поднять нос при обработке достаточно высоко, и поэтому вот здесь работы были произведены вот на данном подъеме. Так что вот, смотрите, то есть вот ход работ, говорю еще раз, какой. То есть сейчас катер очищен, рабочая поверхность подготовлена практически. Сейчас будет произведена реставрация топ-коута, гель-коута корпуса, вот это белое, это гель-коут, соответственно. После этого будет закрыто грунтом, потом будет закрашено необрастающей краской, грунтом будет закрываться в два слоя, если хватит грунта, может быть, в три слоя, и необрастающей краской будет закрываться однозначно в три слоя. То есть материалов закуплено для данной лодки достаточно, и поэтому экономить здесь особого смысла нет. То есть три слоя необрастающей краски — это то, что, в принципе, нужно для лодки. Так что вот, спасибо за внимание. Будут вопросы, можете... А, да, после того, как все это будет сделано, катер будет укрыт целлофаном по месту вот этого, соответственно, часть, которая будет сделана, будет закрыта целлофаном предварительно. Вот. Потом будет вестись работа с кормой, и после этого катер уже встанет на... окончательно встанет на ложемент. Так что вот, все, в принципе, спасибо за внимание. Будут вопросы, можете писать мне на почту, почта1serge23@mail.ru, либо задавать вопросы можете мне на канале YouTube, обязательно отвечу. Вот. Так что все. Спасибо за внимание. До свидания.